С Новым годом! Он уже наступил, и обратите внимание на количество полицейских машин. И дело в том, что это не основная улица, а основная улица, она находится за этим огромным парком. Кстати, там на крыше располагаются растения, деревья и много всего другого. Волейбольная площадка, скейт-парк. И основная площадь была перекрыта, каунтдауна не было. При этом была огромная толпа людей, да, которые по итогу стали считать самостоятельные, и все подняли камеры в надежде, что основное табло, экраны, все это включится. Заставляет задуматься. Мы были, кстати, среди тех же, то есть мы бегали вокруг да около, пытались попасть, но мы чуть пришли попозже, поэтому... Да, мы чуть-чуть в сторону отошли по итогу и насладились... просто спокойной обстановкой на одном из таких надземных переходов. Количество людей тоже, конечно, зашкаливает. Толпа людей. При этом, когда мы ехали на метро, это в предыдущем видео будет видно, людей практически не было. Мы сейчас, наверное, созвонимся с друзьями, с родными. Поздравим. И, возможно, пойдем в сторону дома. У нас около храма что-то происходит. У нас рядом с домом есть храм. Тоже интересно будет посмотреть. Но я думаю, когда мы дойдем до дома, потому что, вероятнее всего, мы пойдем пешком, что уже время, соответственно, 12:30. Идти нам до дома где-то минут... Я все-таки склоняюсь к тому, что 35-40. Вика говорит, что чуть больше 40. Ну, у меня твои кеды в рюкзаке. Я думаю, это уже не самая интересная деталь. Но все-таки мы посмотрим, что возле нашего дома, как выглядит храм, что там делать, потому что когда мы ехали сюда, я видел, что там разжигали костер, причем большой, выкопали огромную яму. То есть увидим, посмотрим. С Новым годом, успехов вам и удачи в новом году. Берегите себя.